На следующий учебный год Саровская православная гимназия почти завершила набор первоклассников. Осталось всего 2 свободных места. Несколько мест осталось в 5 и 7 классах. Также гимназия принимает ребят в 10 класс, в котором они будут углубленно изучать математику и литературу. Ученикам могут дать возможность выбрать один из профилей, но это будет зависеть от количества поданных заявлений. У нас в гимназии как раз очень хорошие, одни из лучших, я так скажу, учителей словесников и учителей математиков. Это доказывается результатами ЕГЭ, потому что средний балл наших выпускников по предметам русский язык, литература, математика выше, чем средний балл по Сарову, ну, соответственно, это и по России, и по Нижегородской области. В 10 классе будет и кадетская подгруппа. У ребят немного иной учебный план. Они смогут больше заниматься физической культурой, посещать гимнастический тренажерный зал, изучать специальные дисциплины. У кадетов своя отличительная форма одежды. Подгруппа несколько раз в год выезжает на учебные военные сборы, изучает основы начальной военной подготовки, ориентирование на местности, стрельбы, участвует в различных соревнованиях и даже совершает прыжки с парашютом. Кадеты получают знания и навыки для поступления в военные вузы, в МВД или МЧС. Если подгруппа, а не класс, даже если их там будет 2 человека, они имеют возможность заниматься отдельно, то есть по своему индивидуальному учебному плану. Это не зависит от того, сколько человек наберется. Сколько придет, столько они, такая подгруппа и будет. Вот у нас там 6 человек занимается в 11 классе, 26 человек класс, из них 6 – это подгруппа кадетская. В Саровской православной гимназии ученики изучают церковнославянский, древнегреческий и латинский языки, основы православной веры, клиросное пение. Во внутренний распорядок гимназии входят утренние молитвы, молитвы перед едой, посещение богослужений. Ученики много ездят в паломнические поездки, на епархиальные конкурсы и фестивали. В гимназии хорошо развита профориентационная работа. Ребята ездят по предприятиям Нижегородской области, знакомятся со спецификой труда в том или ином направлении. У нас есть маленькое конфессиональное ограничение, у нас ребята должны быть обязательно, кто приходит в гимназию, крещенные, то есть православные. Вот это раз. И второе, у нас обязательно собеседование идет с духовником гимназии, с отцом Владимиром, поэтому те, кто приходит, мы еще организуем вот такую встречу с нашим духовником, который должен побеседовать с претендентом учиться у нас в гимназии. По вопросам приема в православную гимназию обращайтесь по телефонам 7-55-15, 8-960-171-93-41. Набор проходит до 31 августа. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.